Я, значит, знаете, что я подумал? Я, помните, ну, я же рекламировал свой Телеграм очень часто, когда была угроза блокировки Ютуба. Вот, и я свой Телеграм рекламировал в том числе на канале Пятерка. А некоторые люди на канале Пятерка, ну, они не знают то, что существует стример Пятерка, да? Для них существует «Привет! Сейчас посмотрим на снапшот!» И, значит, они подписываются на этот Телеграм на человека, который «Привет! Сейчас посмотрим на снапшот!» И там ночью «Push into the limits!» происходит. И они такие «Я куда я нахуй подписался, блядь? Чё за хуйня?» Вот, ну, нормально.